Ну все, мы приехали, сейчас мы идем искать, где снять немножечко местных денег и где заказать такси. Вот, люди идут в банкомат. Так как мы приехали в 12:30 ночи, это на этом острове небольшой совсем аэропорт, вот такой. Так китаянка так и орёт до сих пор, которую разбудили маленькую. Бедные туристы. Наверное, все закрыто, может быть, потому что поздно. Как думаешь? В принципе, мы знаем цены. Ну, в общем, заплатим сейчас за такси мы 48 рингит вместо 30, потому что, во-первых, сезон отдыха, во-первых, а во-вторых, ночное время всегда на 50% дороже все это дело стоит. Вот. Чувак сейчас, наверное, будет звонить в нашу гостиницу, чтобы узнать точно, где это все, куда ему ехать. Но ехать, судя по карте, около 8 минут. Иди, садись. Загрузились мы в такси. Такая старенькая Корола какая-то, да, как будто. Это не Корола, наверное? Это вообще какая-то местная ехать. Вот. В общем, почти 50 рингит получилось. Вместо 30. 48. Ночной тариф, ладно. Тут даже особо без выбора. Стоит пару такси и одна стойка барная, где можно заказать такси. Но они там сами себе рулят и решают. То есть все так. Ну ладно, посмотрим, что тут есть на острове. Жил остров без нас, жил, потом начали приезжать туристы. Я думаю, что недавно строили аэропорт на самом деле, потому что он такой новенький относительно. Мы сейчас едем со Славой и размышляем на ту тему, что интересная национальность у малазийцев – это что-то между китайцами, азиатами и что-то между индийцами. То есть они с раскосыми глазами и с темной кожей. Очень такая прям ассимиляция. Есть индийских диаспор, на самом деле, тоже очень много. Фокус вообще не будет. Вот. Ну, интересно, получается, две национальности смешалось. Ну, конечно, их гораздо больше смешалось, но я говорю про основные, которые хотя бы мне как-то знакомы. Ну вот, прошло буквально несколько минут, буквально минут 10, наверное, 5, и мы уже приехали в нашу гостиницу. Thank you. Thank you. Hello. Hey. Thank you with us. Thank you. From China, from Guangzhou. Any freezer, but I got the old one. But I put it in your room still full. But the old one, freezer, mini bar. Mini bar, no mini bar. I got the old one. I've already put in the. Oh, thank you. Is this condition? Air condition? Yeah, I feel good. Very good. Thank you. Can sleep first and tomorrow we can. Okay. Number okay. Nice. Yeah. See you tomorrow. Yeah. Good night. Good night. It's available Wi-Fi. Yeah, our Wi-Fi password is behind the door. Behind the door? Да, за дверью. Wi-Fi, а горячая вода там, наверное, есть. Ну все, пойдем. Завтра, если что, решим вопросы. See you tomorrow. If you need longer, you can ask the owner to visit the customer. The customer fee will be 30 ringgit for 24 hours.
Вон. Есть для барбекю бочка. Вот наш домик. Сейчас дождь пойдет, гроза. Да, абсолютно. Они, кстати, разуваются там, я бы тоже тут разулась. Мне кажется, или пахнет алкоголем? Чуть-чуть. Ну, может, что, разлили? Душновато, хорошо, что кондиционер работает. Не, конечно, в Азии добрали кондиционер. Туалетная бумага есть, не обманули. Кондиционер, шампунь есть, не обманули. Мыло есть, не обманули. Идем смотреть комнату, ванну. Чистенький унитазик, чистый пол. Ну да, душ такой, как в Гонконге. Маленькая раковиночка. Сколько у нас номер стоит в сутки? Еще надо 90 заплатить. Еще 100 юаней. Еще 1500 юаней. 1500 юаней, это сколько? За 9 дней. По сколько? 150. Так, туда надо смотреть, 26, 12, 18 заканчивается год. Сегодня через 3 часа мы летим в Малайзию. Летим в Малайзию на остров Лангкави. Мы там еще не были ни разу. Нет, я должна на себя смотреть. Мы будем там до 5 числа. 5 числа мы утром прилетим обратно в Гуанчжоу, домой. Вот. Что я ожидаю от Малайзии? Ну, вкусную еду, ранданг, сатэ, шашлычки. Я сразу про еду почему-то думаю. Классные архипелаги, острова, путешествия по этим островам. Серфинг, дайвингом я не буду заниматься, мне нельзя. Одела сегодня индийское, из индийского золота сережечку. Вот, что еще? Ну, я думаю, будет классно, будет хорошая погода. Мы год не были на море. Сейчас мы едем на море. Азиатское курортик. Такой стандартный, маленькие улочки, низенькие домики, народ чуть-чуть кипишуется, маленький щик-щик-щик, уличная еда. Мы будем на моцах гонять. Ночные рынки. О, мы купили себе шлемы здесь, да. Мы купили шлемы, поэтому я не жду, что там что-то будет мега-супер круто. Ну, думаю, как чуть хуже... Про права не будем говорить? Хуже баракая. Все. Смотрим, все, через 2 часа погоним.